Он служил в КГБ с самого рождения. Он шпиона ходил в камуфляже моль. Шо там тут Супермен, шо паук, шо Бэтмен. Есть теперь на Руси свой супергерой. Шо там тут Супермен, шо паук, шо Бэтмен. Есть теперь на Руси свой супергерой. Пусть он вроде бы жлоб с крайнего района, не судите о нем, только по словам. Он на деле силен, каждый знает Вову, и без Вовы хуёво было бы всем нам. Он на деле силен, каждый знает Вову, и без Вовы хуёво было бы всем нам. Он за взрывы домов мочит всех в сортире, жаль, хоронят своих в цинковых гробах. На перу средь чумы в золотом мундире он сидит во главе на чужих костях. На перу средь чумы в золотом мундире он сидит во главе на чужих костях. Вова очень крутой, круч, что каяется, например, в карате прямо Норрис Чак. Только знаете, Сибирь продал он китайцам, а у стерхов теперь в стае моль вожак. Только знаете, Сибирь продал он китайцам, а у стерхов теперь в стае моль вожак. А если вопрос зададут в Алоне, где, мол, лодка и кто сбил тот самолет, скажут, лодка фигня, лодка просто тонет, и не знаю вообще я за тот полет. Скажут, лодка фигня, лодка просто тонет, и не знаю вообще я за тот полет. Но когда он плывет сам на личной яхте, он кричит: не качай, мокрая вода. Если сложат на дне много ценных амфор, может, он и нырнет лучше б навсегда. Если сложат на дне много ценных амфор, может, он и нырнет лучше б навсегда. Такая печаль, то ли моль, то ли крыса, забилась в Кремле, не прогнать никак. Долго ли нужно всыпать к матери пречистой, чтобы свет воссиял и развеял мрак? Долго ли нужно всыпать к матери пречистой, чтобы свет воссиял и развеял мрак? Но на высшем суде бабки не помогут, не поможет дружбан, как и без гундяй. Спросят, лодка, так где, сколько литров крови на твоих на руках, и не пустят в рай. Скажут, Боинг, так где, слишком много крови на тебе, и ушлют жариться не в рай.